Твое первое посвящение? Не знаю, это было весело, буря эмоций. Очень тяжелые репетиции, но мы как бы справились с этим, прошли весь этот путь и все показали на концерте. На самом деле эмоции просто нереальные, потому что мы все были на адреналине, у нас руки тряслись, мы боялись закосячить, у нас прям такой шухер был везде, мы боялись все не успеть, короче. Но в конце такое прям такое бах, легкое облегчение. Все великолепно получилось, мы больше парились, особенно когда у нас была агент-репетиция. Мы прям вообще все бомбили, все плакали, но получилось супер. И кажется, публике очень понравилось, бурые эмоции, адреналин в крови, мы готовы продолжать. Скажи, пожалуйста, откуда ты черпаешь энергию для учебы и выступлений? Я не знаю, она просто появляется из ниоткуда. Когда тебе нравится тем, что ты занимаешься, ты сильно не устаешь. Не скажи. Мой источник энергии стоит в активе ФПИ. Мой источник энергии – это мой актив. ФПИ – семья. Наталья Чеки, Дарья Александрова. Специально для студенческого телевидения ТВ ОН Тверского государственного технического университета.